кабине польского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском, были посторонние. Это показала расшифровка бортовых самописцев. Она уже завершена. Напомню, 10 апреля в авиакатастрофе погибли все 96 человек, находившиеся на борту лайнера, в том числе президент Польши Лех Качинский с супругой. Сегодня на пресс-конференции в Москве эксперты рассказали о предварительных результатах расследования той трагедии. С подробностями Владислав Соболев. На борту самолета президента Польши, который разбился 10 апреля под Смоленском, не было ни взрыва, ни пожара. Версия теракта полностью исключена. Таковы выводы, сделанные Межгосударственным авиационным комитетом. Специалистам удалось в кратчайшие сроки полностью расшифровать бортовые самописцы и провести сложнейший этап полевого расследования, включая аэрофотосъемку, геодезические работы, определение точной траектории полета и времени катастрофы. Первое предупреждение системы сближения с землей ТАВС типа pull up, то есть тяни вверх, сформировалось за 18 секунд до столкновения с препятствием, которое привело к разрушению конструкции самолета. Первое столкновение самолета с препятствием произошло на удалении около 1100 метров от взлетно-посадочной полосы, левее курса захода 40 метров. С учетом рельефа местности, там находится овраг, и высоты дерева, высота полета самолета была ниже уровня торца ВПП на 15 метров. Время, прошедшее от начала разрушения конструкции самолета до полного разрушения фюзеляжа из-за столкновения с землей в перевернутом полете, составило около 5-6 секунд. Тем не менее, ответа на вопрос, что же именно произошло на борту Ту-154 в тот роковой день, пока нет. Но есть детали, которые, возможно, помогут экспертам и исследователям выйти в нужном направлении. В процессе расшифровки бортовых самописцев, например, установлено, что дверь в кабину пилотов была открыта, и в ней находились посторонние. Голоса посторонних лиц в кабине были четко зафиксированы и не принадлежали экипажу. Один голос идентифицирован. Что касается второго голоса, работы продолжаются. По словам Татьяны Анодиной, необходимо выяснить, могли ли посторонние, находившиеся в кабине, как-то повлиять на действия экипажа. Немало интересного узнали сегодня журналисты и о квалификации летчиков, управлявших польским лайнером. Экипаж не приходил. Регулярные периодические тренировки на тренажере, в том числе для отработки взаимодействия и особых случаев в полете. Экипаж был сформирован за несколько дней до полета. Самостоятельный налет на Ту-154М командира воздушного судна 530 часов, второго пилота 160 часов, штурмана 30 часов, бортинженера 235 часов. Более того, польский эксперт Эдмунд Клих, принимающий участие в расследовании, подтвердил, что в 36-м специальном полку, в который входили пилоты, вообще нет подробной программы подготовки летного состава. Что же касается плохой погоды в районе аэродрома назначения Смоленск-Северный, то в МАКе еще раз заявили, диспетчеры неоднократно предупреждали польский экипаж о том, что видимость составляет 400 метров, и рекомендовали уйти на запасной аэродром. Специалистам предстоит также установить, могла ли сыграть злую роль мобильная связь. Точно известно, что незадолго до посадки многие пассажиры, в том числе и сам Лех Качинский, разговаривали по сотовым телефонам. Возможно, из-за этого мог произойти сбой в работе бортовых систем. Таким образом, расшифровка черных ящиков принесла много новых вопросов. И экспертам из двух стран предстоит еще немало работы. Владислав Соболев, Вести.